Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Мы продолжаем проходить Dying Light 2, и я зашел в игру, и я сразу же забыл, что мы делали. Вспомнил, мы делали следующее, мы спасали Андерсон, мы были в метро, нас кинул... Нас кинул Хакон. Да, все, я понял, где мы. Сейчас предлагаю вот эту армейскую точку зачистить. Нейден. Ай. Слушаю. Андерсон с тобой? Мне жаль. Она умерла, Айдер. Она спасла меня. Кто это сделал? Эти психи с базара? Нет. Так вышло. Мы должны отбить ветряк, поэтому я отправил людей на базар. Мы приструним этих дикарей. Пацаны, идите сюда. Мне сказали, что из-за взрыва в туннель обрушился. Прости. Но с центром придется подождать. Не страшно. Сначала мне нужно кое-что вернуть. Сгорел. А чё за музон-то неистовый начал? Пацаны на меня напали и забыли, что день. Ай, ты хуел? Не благодаря тебе. Жители базара. Они совсем обезумели. Убивают миротворцев. И меня чуть не убили. Я за тобой. Не нужно. Ключ ВГМ у тебя? У меня есть все, что нужно. Возвращайся к Саре и Яне. Туннель к центру заблокирован. У меня другая идея. Поторопись. Нормально ты, вообще, у тебя совесть как? Ремесло. А я хочу сделать молотого. Давай сделаем 3 штучки. 2, 3. Окей. Так, молотого 3 штучки. И бросить вот в этого чувака один. Вот так, хорошо. А дальше их надо покучнее собрать. Эй, ребятки. Всем привет. Держи. Во, вот так. Красавчики. Горим, горим. Вот вам еще. Вы как? Иди отсюда, бля. Все? А я же 3. Или все сгорело? Отдыхай. Чуть странно, он упал, но да ладно. Что еще есть-то? Иди нахуй отсюда. Так, их надо за это. Подчищать. Да сказал, иди, блядь, отсюда. Ага. Баллончик. Икс. Встань. Ага. Есть еще баллон? Да и зачем ты обыскал-то его? Копье? Хорошо. Наркоман, что ли, блядь? Так, подхилимся. Мне надо хилиться. Короче, самая основная сейчас проблема со здоровьем. О, иди нахуй отсюда. Тихо. А он что, подлетел? Это называется лаги. Вас очень много. Помогай.
давай ружку поменяю. Блять, слишком долго. Хорош, все. Вот эти, которые быстро бегают, почему-то очень сильно боятся света. А вот этим обычным бомжам похрен. Типа свет и свет. Да успокойся. Что ты? Вроде бы разбросались. Так, мне с этих лутецкий нужен со всех. Нам нужно улучшать эти всякие навыки и прочее. Вчера одну интересную штучку прочитал про оружку, но это потом. Как ближе к делу будет, мы сходим посмотрим. А вон баллон еще лежит. Да, тут надо взламывать, но я не помню, у меня есть отмычки. Мне кажется, у меня сломалась последняя. Да хватит, блядь. Отдыхай, блядь. У кого изо рта воняло? У тебя? Да хуя. Еще, блядь. Вот почему вы неожиданно начинаете лезть из-за стены? А, это плохая история, потому что он весь в защите. Ногу оторвало ему. Ты чё, блядь, вылез, ляг, отдохни. Ой, блядь. С этим борьба простая. Их скидывать надо с верхотуры. Ах, вот, работает, нужно зажимать Е. А, это вот эти люди. Ладно, короче, не от отмычек. Ремесло. Ну давай, типа, 2, 4, 6. 8, 10, 12. Пока хватит. Надо будет потом как-нибудь прокачать. Я? Да вы заебали меня все. Иди отсюда нахуй. Куда они берутся, блядь?
Кто? Кто где рычит, блядь? За стеной? Дай мне взломать нормально, блядь. Да неужели? Вот они просто из земли, блядь, выбрались. Давай с крыши всех покидаем, пизду. Ну залезь ты, блядь! Хилялся, конечно. Да, то есть открываешь, и они просто из земли, бля, берутся. Да уйдите вы, блядь. Давай все-таки сейчас сделаем так. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давай что-нибудь возьмем. Вот такое, типа, серое. Да, и хер бы с ним оно ломалось. Это просто это все... не полезно. Пацаны с крыши разбежались. Прикинь, тут ночью, бля, воевать. Что такое? Это как тебе поставить-то, блядь? Так? Да ну не в ту же сторону. Прям миллиметр. Отлично. Опять пацаны побегут. Отлично, новые всякие маски. Тут можно танк тоже открыть. Это все возьмем. Нормально рубит. Неплохо. Так, как тут открыть? Ага, открыть. Вот это возьми. Аптечку возьми, возьми. Ну, возьми, Эйден. Ну, давай. Вот что сказать. А ничего не сказать. По идее, все тачки осмотрел. Точно я не могу это взять. 100%. Ладно, короче, идем оттуда. Очень много времени мы на это потеряли. Да ну, пожалуйста, вот. Так. Во, работает все-таки. Да я так попробовал. Пацаны, успокойтесь. Умереть? Нет. Не давайте ему умереть. Ага.
380 метров. Мы идем, как я понял, к Хакону. Чтобы отрубить ему... Ты же что? Вы что тут кашляете? Так, это школа. Мы здесь бывали. Да, блин. Ага. Какой-то контейнер. Нет. Чё? Я ходил с Андерсом. Величайший мошенник. Однажды он сказал: в этом городе полно лохов, которые надеются на чудо. Мы можем этим воспользоваться. История? Андерс придумал план. Какой? Многие люди пропали без вести после войны. Только оглянись. Мемориалы на каждом углу. Семьям важно знать, что случилось с их близкими. А спрос рождает предложение. Это ужасно. У тебя совсем нет совести? Эпоха совести давно ушла, друг мой. Ешь или съедят тебя. Вдовы были самой легкой добычей. Мы выбирали дома с желтыми лентами. Я ходил на костылях. Андерс говорил вдовам, что мы воевали вместе с их мертвыми мужьями. Миротворцы, армия, неважно на чьей стороне. За горячую еду мы обещали рассказать им, что случилось с их мужьями. Работало безотказно. Женщины давали еду, воду, лекарства, кристаллы, все, что у них было. Они хотели знать, мы давали это. Вы пидорасы? Какие-то детали в истории меняли, но суть всегда была одна. Заканчивались эти истории героической гибелью их мужей. Мы глазом моргнуть не успели, как стали богаче королей. Ну, так нам казалось. Но тут мы сорвали большой куш. Мелинда ничем не отличалась от других вдов. Брюнетка, лет 30, голубые глаза, жила возле мясной площади. Мы сделали то, что обычно. Уже собираемся уходить, а она нам... Мой муж, он был казначеем миротворцев. Перед смертью он сказал, что у миротворцев есть схрон, лекарства. В основном кристаллы. Он бы хотел, чтобы вы их забрали. И не стыдно тебе? Вот. Дай ему договорить. И пизды ему они дать за такое. Как могли. Мы посмотрели друг на друга. Этот схрон в Хаунфилде, но днем туда идти небезопасно. Ночью мы отвели Мелинду в убежище, чтобы подготовиться к вылазке. Она повела нас к темной зоне рядом с химической. В подвале, прошептала она, дрожа от страха. Мы сказали ей остаться, потому что, вяжись мы в драку, она бы только мешалась. Вы оставили ее одну. Можете палку уебать. А сами пошли искать вход. И в итоге мы нашли его. Что потом? Не было никакого схрона. Вместо этого в подвале оказался разрушитель. Мы едва ноги унесли. А когда вернулись, Мелинда уже дала дёру. Со всем нашим добром. Лекарства, кристаллы, еда, все стащила. Оставила только записку. Извиняйте, парни, ничего личного, просто бизнес. Кусаку. Так вам. Только вместо кусаки разрушитель. Пизды вам, правильно. Молодец, тетка. Так, и чё? И как мне туда, и как? Выносливость прям нормально. Я даже забыл про нее смотреть. Да. 41 метр, 40 метров. Можно, кстати. Выглядит ничего так. А, контейнер с ингибиторами 37 метров. Нам все-таки он нужен. 35 метров. Пацаны, вы не видели тут где-то контейнер с ингибитором? 40. 33. То есть в этом здании. Да? А здесь есть какой-то вход? Это типа магазина, наверное. 21 метр. Ух, блядь, там пацанов. 33. То есть я удаляюсь. Удачи.
смысле удача? Покажи, на что способен. У тебя есть контейнер с ингибиторами? Я тебе руку нечаянно отрубил. Приманка. Аспирин. Да неплохо. Слушай, здесь сказали, есть контейнер с ингибиторами. Может быть, вот тут? Вот. Где здесь вход? Нет, ничего, это не ломается. Это не ломается. Мать, где? Ну как солнце слепит. 25. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Где? А ну-ка, это что такое? Открыть. Тут даже... Мало, тут даже можно багажник открывать. Пацаны. Вы как-нибудь поможете, может, мне? Так, ладно. 5 метров, 6 метров. Тихо, тихо, тихо. У меня для тебя подарочек, уёбаешь. Заодно и тебе. Заодно и тебе. Тебя предупреждаю, что происходит. Ты надрал мне задницу. Твою мать, как? Куда ты побежал? Вы же нападаете, вы же такие охуенные пацаны. Я понял, где контейнер. Подожди, это мемориал, мы здесь были же. Вряд ли здесь контейнер с ингибиторами. Запустить автомобильная ловушка? Она еще и взрывается, неплохо. 9 метров. Она где-то здесь. Может быть, в метро? Да, вот он. Я что-то не увидел метро-то. Пацаны, нет, не буяньте. Только один. Ботинки. Так, ну там какие-то сумки, ладно, хер на них. Мы взяли самое основное. А еще я хотел бы пересмотреть оружку. Во-первых, 2 брони, 3 брони. Вот. 3 брони. Хорошо. Подбираю пока по броне. А что здесь еще у нас есть? Туда пойдешь. А ты пойдешь. Ну ладно, вот эту синюю добьем, потом ее поставим. Так, что дальше? Дальше. Грудак. Грудак пока ладно. На рукавнике 3 брони. Берем. А, так, штаны. Штаны 2 брони. 2 брони, хорошо. Ботинки. 2 брони. 1, 2. Во. Вы уже неплохо. Ладно, все, побежали к Хакону. Скажем, вы что, ты что, блядь, вообще делаешь-то? А, это куда? Наверх. Ну давай, запрыгивай.
Окей. Я на верном пути-то. Ой, ромашки, это нам все надо. Я, кстати, давно почему-то хилк не делал. А эти вроде не кончаются. Это нас не сюда, как он приводил, мы тут кристалл нашли. Вот здесь. Надо бы прессануть этого хуйлу карту. Он нам быстро расскажет, кто убил Лукаса. Делаем вид, что мы тут вообще ни при чем. Надеюсь, тут рядом никаких темных зон. Есть одна. Но там уже нет ничего, пацаны. Так, тут вроде все собрал. Да, вот она, эта лестница, нам Хакон ее спускал. А я же Ctrl-то нажал. Еще? Так, какую я хотел добить? Вот эту. Вот эту надо добить. Это что такое? Какая-то яма. Событие не пройдено. Какое? Еще какое-то граффити. Какое событие это не пройдено? Все, ночь наступает. Сейчас будем миссию проходить в ночное время. Погоди, а там есть ночлежка? Может, мы до утра поэтому поспим? Нет? А то как-то не по кайфу эти сюжетные задания проходить ночью. Да и ладно. Так, открыть, поехали. Хакон. Здорово, дубина, пошли. Блядь. Типа, как я ни в чем не бывал, да? Придешь, они Сары ушли. Похоже, ты им не нравишься. А ты что-то подозрение вызываешь. Нормально. Вальс, черт возьми. Черт возьми. Спокойно, дай взглянуть. Дай взглянуть, я помогу. Блять. Стой! Я помогу, покажи. Тихо, ты прорвешься. Что это? А что это такое, мутирует или что? Рана от лазаря? А, блядь, от кастет. Ну я говорил. Лукаса. И подкинул если кожу. Если бы не все кастеты, это бы заняло пару секунд все сделать. Думал, он боец получше. Что ты, блядь, несешь? С такими ранами нет смысла отрицать, это верно? Ты вырезал его тату и подбросил барон. Вальц, он приказал. Работаешь с Вальцем и не сказал мне? Говна кусок. Ты не понимаешь. Вальц убил бы меня, как и Дилана. И любого, кто ему мешает. Мне нужно было бежать, Эйден. Я не мог сказать. Почему? Ты знаешь, что он мучил меня в детстве. Я не говорил тебе, чтобы защитить тебя. Потому что если ты узнаешь... То кинешь. ...о своей сестре, Вальц убьет тебя. Где же он? А, блядь! Где Вальц? Я должен был встретиться с ним под заводом электромобилей. В туннеле ВГМ. Эйден, здесь мне конец, понимаешь? Они убьют меня. Хакон. Ты бросаешь меня? Бросаешь? Хакон, ты, бля, вообще... Верни мне ключ ВГМ, Хакон. Ты очень плохо поступил. Вот. Нам его друг еще говорил, зря ты, чувак, всем так доверяешь. Бросить Хакона, умирать, помочь Хакону. Ну, во-первых, я думаю, что вряд ли такой скользкий тип, как он, умрет, если мы его бросим. А во-вторых, я решил, говорил, что помогу Джеку и Джо, а уж этому... Давай, короче... Поможем, всем будем ты добрыми. Ты заслуживаешь сдохнуть здесь. Я согласен. Так в чем же дело? Сначала нужно найти снайпера. Правда? Ты сделаешь это? Жизнь за жизнь. Не ради тебя. И тогда мы будем в расчете. Так... Снайпер где-то наверху. Надо его ловить, да? О. Еще видишь и закат. Чертова снайпера? Нет, не вижу. Посмотри в пинал. Заткнись. В пизду твои мудрые советы. В очко, блядь, посмотри. Знаю, я облажался. Закрыли тему. Так, ну погнали, чё. Найдем снайпера. Я так понимаю, нам в дыру.
Ctrl. Эти болты летят быстро и далеко. Найди какое-нибудь укрытие. Заткнись, блядь. Вообще с тобой разговаривать неохот совсем. Это что такое? Увеличивает стрельбу. 180, а у нас сейчас 160. Давай, наверное, все-таки еще разок выносливость вкачаем. И что у нас здесь имеется? Вот это я хотел. А, у нас нет очка паркура. Зачем я прокачал это? Бля, ладно. Убийство ножом. Это по стелсу, да, ходить? Неплохо. Таран, навык боя. Тоже не знаю. Удерживает во время скачка. То есть он сильнее бьет. А это уклонение. Кстати, с боссами вот эта вот полезная штука. Я ее возьму. Будто я и сам не догадался. Ладно, Хакон. Пошли пизданем. Встань! Пойдем пизданем снайпера. Понятно. А, да нормально. В полном. Подгорел, сука. Стреляет баба. Берегись химикатов. Я не слепой, Хакон. Как тебя зовут? Хакон, блядь, ты заебал своими мега-советами. Вот. Я его вижу, Эйден. Он еще на крышах. Вперед! Вот этот, знаешь, когда человек накосячил, особенно сильно накосячил, потом начинается типа, ой, бля, давай я тебе помогу, давай я тебе подскажу. Вот не надо. Не лезь под руку. Так, а как нам бы... Сволочь. Меткая. Баба, что ли? Или типа сволочь меткая. А знаешь, что самое... Мы только хотел сказать, что самое тупое, что она по нам не стреляет, а она по нам стреляет. А... Я нашел ее. Да, блядь, это как так-то? Да вот она. Я... Бля, ладно, давай, давай сделаем вид. Что, блядь, это игра с тобой? Фонарик. Блин, ну я же... Или я пошел не по той стороне, по которой хотела игра. А, иди нахуй. Да, в полном. Умён, сука. Берегись, стреляй по бакам. Я не слепой, Хакон. Я его вижу, Эйден. Он еще на крышах. Вперед! Да? Спешу. То есть мне не стоит сейчас так делать, как, да? Я, видимо, какой-то триггер не задействовал. Ну ладно. Сопротивляемость критическая. Это химикаты. Я опять сломался, да? А, вон она. А чё она тут тогда стояла? Чё-то я, короче, видимо, где-то не затронул. Да, видишь. Ролик сломался. Не то, чтобы сюрприз. Да мы уже видели. Мы уже видели, что это тётка. Нет. Пока да. Сдох. Нужно как-то его обойти. Тебе на радостях. А, так что ли? А, и чё?
гребаный Вильгельм Тельм. Заткнись. Как попасть в меня? Кто еще хочет тебя убить? Айтер? Миротворцы? Давно сбился со счета. Ты дурак. Ой, пацаны, бля, вот вообще сейчас не до вас. Ага. Вот так. Я сейчас сдохну, да? Ща, не сдохну. Вот просто прыгни наверх. Вот что сказать, блядь? Заражение. Вот что, блядь, заражение? Я в этой зоне, я понял. Я даже примерно понял, как это. Чтоб ты, сука, сдох, нахуй. Давай сейчас попробуем спокойно добраться. Почему ты... Когда цепляешься, когда не цепляешься? Я просто по приколу меня, да, помурыжить? Или тут лестница была, да? Вот, молодец. Ты, оказывается, можешь, да? Вы какой умница. А мне наверх? Могу прям вот отсюда. Хорошо. По трубе я видел, есть выемки, но я не хочу по ним лезть. Ага. Тихо. Ага. Ага. Все. Где грибы? А, вот эту штуку давай. А. Ну все. Допрыгали. Просто там как-то тупо это все сделано, неочевидно. Я еще тот паркурщик, конечно. Идите за снайпером. Ну мы, конечно, до катсцены дошли, поэтому. Мы тебя видели. Ты стояла там и стреляла в нас с крыши. Почему ты его защищаешь? Ну так вышло. Кто твой босс? Ёбаный Санта-Клаус! Тебя это не касается! А ты чё не убил его? Учись выбирать друзей! Снайпер её зовут. Зачем тебе Хакон? Из-за убийства Лукаса? Передай Хакону, это еще не конец. Стой! Да. А мне такой можно парашют? Пиракнул нормально, да? Канат, хорошо. Канат Хакон, ты еще жив? Счетчик еще крутится. Хакон, она сбежала. Можешь выдохнуть. Пока что. Она? Это была женщина? Да. Черт. Да. И ты ей не нравишься. Что-то личное. Личное, да. Это не сильно сужает круг. Это многим не нравишься. Осторожней с ней, Эйден.
Она одна из самых опасных людей на свете. Учту. А теперь я в центр Луп. Берегись вальца, Эйден. Ренегаты проникли в центр города, и они работают на него. Ему нужен твой ключ. Хватит с меня твоих советов. Во-во, я уже давно об этом сказал. Айдар, ответь. Эйден, наложи обстановку. Ты сейчас умрешь. Ебать. Барни и Софи не убивали Лукаса. Это все Хакон. А что? Ты че его сдал-то? Как? Вальц его заставил. Я свою часть сделки выполнил. Теперь ты. Подожди, Эйден. Ты видел Вальца? Ты знаешь, где он прячется? На старом автозаводе. Встретимся там. Вальц чертовски опасен, Эйден. Он ренегат. Мы должны взять его. А что насчет Централ Луп? Централ Луп подождет, а Вальц нет. Поверь мне. До встречи на заводе. Давай. О. Новые граффити. Айтер, что ты знаешь о Вальце? Не будем с ним драться. Немного. Я слышал, что много лет назад его вышвырнули из ВГМ за тайные эксперименты. Над детьми. А теперь он правая рука Мясника. А кто такой Мясник? Мы искали его. Мы искали многих, но... Возможно, теперь власть уже у Вальца. Мясника? Зачем ему убивать Лукаса? Это первое, о чем я спрошу, когда мы его схватим. Так, ладно. Как-то хуёво это работает. Это хилят или что это? Нет, это не хилят. А нельзя их как-то было по-разному сделать? Чтобы они по-разному выглядели. Раз, два, три, четыре. Вещи. Четыре я сделал, и что-нибудь сюда надо засунуть. Это что такое? От яда, это на всякий случай тоже. Вот так пока. Ну-ка, давай. Это... Так, крикуны хуины. Ага, побежали. Зацепился. А мы куда? Мы туда. Иногда бежишь, вроде ничего. А маркер все равно начинает скакать, и ты нихера начинаешь путаться. А-а-а-а-а-а-а. Но мы, наверное, правильно бежим, да? У меня бы еще паркур прокачать. Тихо, тихо, тихо. Рот-то свой закрой нахуй. Погоня. Отстань. Где? Господа, пожалуйста, отъебитесь. Фух. Все, вы сюда не придете. Понятно вам? Иди сюда. Сыкло, блядь. А? Монеты тебе в лоб, блядь. Отменить бросок. Все, пацаны? А то я сейчас тебя съем, блядь. Уем, все. А ну-ка. Нет-нет, ладно, сейчас. Я пошутил. Айтар. Я сейчас у туннеля к автозаводу. Вход закрыт. Попытаюсь пробраться через крышу. Будь осторожен. Вальц крайне опасен. Знаю. Я открою ворота. Наше второе имя — опасность. Так, у тебя что есть, пацан? Отстань. А как? Типа так как-то? О, лестница. Это нам, наверное, пригодится в дальнейшем. Айтар, получилось. Я внутри. Ну еще. Айтар, я внутри. Еще нет пока. Хорошо, мы рядом. Ищи генераторы.
У военных всегда есть запасные генераторы. Включи генератор, и ворота должны открыться. Включить генератор, и ворота должны открыться. Генератор. Что за... Что происходит? Что так... А, ну ночь же, конечно. Хотел сказать, что так темно, нихуя не видно. Это кто, блядь? Только тебя не хватало. Как это, часть команды, часть корабля? Я не хочу с тобой драться. Ну, точнее, хочу. Но ты какой-то, блядь, противный. И я ничего не вижу. Залезь наверх. У меня есть небольшая идея. А, ему похуй на эти идеи, да? Я понял, как это работает. Встань. Наверх. Ич. Держи. Ему на отброс похеру. Тихо. Ну ладно. Тихо. Ножик поменяй. Эх, жаль, сломалось. Так, чё, генератор запустить, окей. Ага. Я тут всё открыл. И ночью, конечно же, пошёл там, где дофига зомби. Туда, где дофига зомби. Вот тут и ультрафиолет. Чудо, что оно еще работает. Да, потому что его некогда Здоров. Было сломать. Здоров. Ладно, Хайпер, Вап, проверьте другой выход и идите по туннелю. Вальц где-то рядом. Хорошо, за дело. Молодец, солдат. Спасибо. Хайпер! Че? На нашу базу в метро. Напали. Это базарные. Они... Короче, это Вальцах решил по это... Какого хера? Всех разосрать. Очевидно, да? Типа он заманил главных миротворцев суда. Нужно снова включить свет. Я, да? Наверное, этим займусь. Где-то здесь должен быть щиток. Эй! Ну уже. Что, блин, как пиздюки-то? Бля, ну и бардак. Постарайся его найти. Рядом должна быть подсобка. Я велел остаться снаружи. Ты тут не командир. Парни, Вальц может быть здесь. Соберитесь, блядь! Так. Мы ждем, Эйден. Сюда? Этот чувак мне проломил проход. Инструменты. Мне бы как-нибудь до прокачки дойти. Монетки. Здесь заперто, да? Знаешь, другая дверь. Очевидно ж. Что такое? Взлом тяжело. Так, где-то под углом примерно так. Хорошо.
Твердая обувь. Открыть. Чё это такое, блядь? Что, как? Дальше другой проход. А тут ничего нет. Ничего нет. Ну пойдем сюда. Все ящики открыли, блин, ничего мне не оставили. Пацаны, ну вы чё? Хедер, нашел что-нибудь? Тут какие-то провода, но все затоплено. Мне это не нравится, лейтенант. Тут все было вырублено 15 лет назад. Ищи дальше. Надеюсь, замкнуло не из-за этого. Так, и чё? Ой, бля, я сейчас... Хотел сказать, разобьюсь, но ничего, нормально. Так, тут... Здесь кто-то был. Зомбарез. Выдернул шнур. Так. Давай вставлять назад. Раз тут кто-то был, выдернул его. А развальцовка. Каламбурчик, да? Тишки, все, ну все, все как надо. А сишки для чего нужны? Они продаются, типа, просто, да? А, вот, следы. Как он здесь бывал? Я с трудом сюда добрался. Блин, кто-то запер эту дверь. Да не может этого быть. Эй, там кто-то есть. Это он, взять его. Кто это? Вальц? Спокойно. Окружить его. Как-то слишком легко вы его нашли, нет? Сквозной проход. Ща. Так, ну по идее. Как туда попасть? Может быть здесь? Да посмотрим. Я, наверное, рано сюда спрыгнул. Это труба. Так, мы отсюда спустились. Да нет. Блин, там хороший лут. Ладно, пошли. Все на поводке у Джека Мэтта. А, все-таки вальц. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности. Блин, у тебя руки в венах. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! То есть он супер, супер сильный. Финальный босс. Так. Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он...
драгоценный маленький мальчик. Ну вот сейчас раз по лицу. Надо сделать нарезку. Сколько раз Эйтера ударили по лицу. Да он ключ забрал. Мы теперь армейские ящики не сможем открывать. Беда. Бонус ночного времени. Все, и это все? Это тоже мертв. В смысле он? А этот друган наш тоже мертвый. Вон там что-то движется. Босс на заводе. Сообщи ему. Эй, с ним борется что-то странное. Че, превратился? В Человека-паука, наверное. Все-таки он что-то типа вальс превратился. Ну типа его убили. Не дотянулся просто. Время вышло. Какого черта? Ты всех разорвал голыми руками, причем пополам. Что со мной случилось? А что произошло? Я на автозаводе. Прием. Прием, мы сейчас придем. Ключ. Вальт забрал ключ в АГМ. Во-во. Нормально, неожиданный. Все, Вальт. Поворот. Я иду за тобой. Следуйте за Вальт. На этом мы как раз на сегодня тогда и закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.